В Люберцах открыли участок трассы М5 «Урал», который построили в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Новая магистраль пролегает в обход Октябрьского и деревни Островцы. Теперь жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны смогут добираться до Москвы на 1,5 часа быстрее, чем раньше в часы пик. Длина дороги 11 километров. Благодаря новой трассе из поселка Октябрьский и Островцов выведут транзит и снизят нагрузку на Новорязанское шоссе более чем в 2 раза. Строители возвели 8 высокоскоростных полос, оборудовали развязки на пересечении с Островецким шоссе в Раменском и подъездной дорогой к Жуковскому. Также построено 8 путепроводов и мостов. Ключевой из них через Москву-реку сдали еще в 2021 году.